У военных есть разные забавы. Самая лучшая забава, естественно, это спортивный праздник по субботам, когда они занимаются интеллектуальными играми, перетягивание каната. Еще одно занятие военных – это углубленный медицинский осмотр, производимый в лечебных учреждениях Министерства обороны и нападения. Дорогие друзья, вот центральный стол, вы на меня как-то смотрите грустно. Вы не горнолыжник? Я просто хочу что-нибудь для вас спеть. Я чувствую, что вот эти все крики тащат и плющат. Или нормально? Вам не скоро? Я вас не... Горнолыжники, да? А что же вы руки не поднимали тогда? Вот. Я спрашивал, думаю, ёлки. Хорошо, да, хорошо. О, я понял. Ах, зачем ты взял мои носки? Ах, зачем ты взял мои носки? Песня была написана в очереди. Чуть не сказал гинекологу. Терапевту, когда я сидел на диспансеризации и слушал Эрика Клаптона. Вот теперь сижу босой, рядом смерть стоит с косой. Ах, зачем ты взял мои носки? Я теперь на гору не пойду. Хлопаем. Я теперь на гору не пойду. И, короче говоря, жизнь моя проходит зря. Я теперь на гору не пойду. От меня уйдут мои друзья. От меня откажется семья. Мне подруги не дадут ни ложку, ни сковороду. Буду жить один на свете я. Ну а чего ж друг друга люди дурят? Ну разве так друзья себя ведут? Ну вот теперь пойду и наколдую. Такое, блин, что хау-ду-ю-ду. Такое, блин, что хау-ду-ю-ду. Я возьму два носовых платка. Я возьму два твоих носовых платка. Их на ноги накручу, из горы я полечу. Я возьму два носовых платка. Ну зачем ты взял мои носки? Никогда ты не бери мои носки. Вот теперь стою босой, рядом свет стоит с косой. Ах, зачем ты взял мои носки? А никогда ты не бери мои носки. Ах, зачем ты взял мои носки? Спел. Хотя слова забыл.